Давайте проиграем 2 на 2. Возьмем Феникса. В последнее время, ребята, мне понравилось играть Hills of Steel именно Феникса. И сейчас объясню почему. У меня, может быть, сам танк более-менее прокачанный, поэтому как бы он хорошо так вот жарит. Смотри, видишь? О, давай. Так, быстренько залечимся. Срочно нужно залечиться. Так, два Феникса схлестнулись, да, в поединке. Так, а здесь мне мешает мой напарник. Так, ну давай я его сейчас... А, смотри, тут того Феникса мы уничтожили, и этот того тоже. Долго не ждали, мы уничтожили второй вражеский танк. И у нас, смотрите, есть сундучок. Давайте откроем, посмотрим, что же там лежит. Давай алмазиков. Ах, алмазиков не было, было только 19 монеток. Ну что ж, это очень мало. Давайте еще попробуем, откроем сундучок один. Но сначала на него надо заработать. О, место очень хорошее. Я вам сейчас покажу, почему хорошее место, почему оно мне нравится. Смотри, именно Фениксом, если я играю, я подъезжаю сюда и начинаю их жарить. Как бы нужно поближе встать, правда? Во! У них, вот смотри, вот вообще здоровья мало. Он знал, что он сейчас погибнет. Быстренько подлечимся и сразу огнем его. Жарим. Ой. Стоим нехорошо, поэтому я решил немножечко отъехать. Ну и друг мой, дружище на Титане тоже мне помог. Заработали мы еще одну звезду и отправляемся еще раз играть за Феникса. Так, вот у нас, смотри, кто-то у нас, Кобра, да? Да, Кобра у нас, чувак этот, за Кобру играет. А мы здесь станем сейчас. О, давай, блин. Так, мне главное вот этого уничтожить, Теслу, да. Так, нужно лечиться. Нужно нам подлечиться. Так, этот стоит, мешает, смотри, и этот... Да, какой же мощный Феникс, смотри. Ой, не Феникс, а этот... Лазерный вот этот, Тесла, вонючка. Все, уничтожен был. Тесла был уничтожен. Ребята, ну давайте поиграем за Феникса. И будем играть сегодня мы, ребятушки, Крушитель Луны. Ага, тихо. Так, давайте, подъезжайте сюда. Ребятки, смотри. Блин, они слишком далеко стояли. Ладно, подождем, пусть подъедут поближе. Так, один готов, и второй. Все, два танка уничтожили, у нас уже тысяча монет. Я не помню, со сколькими монетами я начинал играть. Но давайте, допустим, что 1000 и было у нас изначально. Посмотрим, сколько сможем максимально заработать монеток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на. Давайте уничтожим тут врагов наших. И скоро у нас будет босс. Еще одного уничтожим сейчас, вот красненького. На! Хорошо. Можно даже свой ремкомплект использовать. Чтобы уже наверняка у меня было 100%. Во. И ждем. Ух ты, вонючка. Давайте мы его сейчас поджарим. Ух ты, как он быстро уничтожился. Видимо, скорее всего, первые боссы, они всегда слабенькие. Потому что который раз я их быстро так уничтожаю. Либо у меня Феникс прокачанный. Давайте, о, да, скорее всего Феникс мне прокачан. Смотри, как я быстро их уничтожаю, жарю, да? Угу. Ой-ой-ой-ой, тихо, получай. Ай-яй-яй, прям в меня стреляет, смотри, что делает, а. Да. Есть. Там, ну, здоровье уже, конечно. Можно сказать, 2 миллиметра. 2 миллиметра здоровья уничтожено. Так, сейчас мы их отжарим. Так, готов. Так, теперь смотри, как мы скреснулись как. Перевернулись даже, представляешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что я тут взлетаю? Это какая-то как птичка какая-то. Как какая-то птичка летаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вот этот танк, смотри, стоит и... Давай, едь куда-нибудь, либо вперед, либо назад. А что будет с тем танком? Куда он пойдет? Смотри, он назад... Он что-то вперед поехал, да? Где? Ну просто у него, видимо... Скрипт так записан, а просто ехать вперед. Ладно, подлечились. Едем дальше. Он назад не может ехать, вражеские танки, только вперед. Ну да ладно. Смотри, мне здоровье так много уничтожили. Потому что она как начинает стрелять, тук-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 тук. Капец.
Мой танк аж маленький, бедненький, взлетает вперед, вверх. Ой, разработчики бы добавили еще, знаешь, какие-нибудь, чтобы сундучки здоровья падали с неба. А мало ли. Ой, ну так, встанем сейчас здесь. Ой-ой-ой, нехорошее место, смотри. Вот я, мне не нравятся вот эти вот лазерные чуваки. Вот здесь в хорошем месте мы встали, сейчас мы всех их уничтожим. Готово, готовы. Танки. Ой, монеток сколько, 160 монет. Да. Здесь прям хорошо зарабатывать. Монеты надо зарабатывать чисто вот в этой локации. Я ее, помню, открыл. Не помню, сколько она стоила. Ну, тоже дорого она стоила. 5000 монет, кажется, стоила. Кажется, 5000. И мы ее открыли. И здесь можно заработать денег. Так, ну что ж. Второй босс. А босс у нас лазерная пасть. Это мощный танк. Мощный танк, ребята. Подождем его здесь. О, все, смотри как. Мы его сейчас поджарим. Так, ну он может и меня, кстати. Меня мог попасть. Но не попал, он умер. А давайте подлечимся, посмотрим, сколько... Да, чуть-чуть совсем. Можно этот ремкомплект использовать. На всякий случай. Чтобы уже максимально у нас было здоровье. То потом в какой-то момент мы не успеем использовать, а так сразу ремкомплект мы использовали, и теперь с максимальным своим здоровьем отправляемся в бой. Я считаю, тут хорошо мы уничтожили танки, плюс еще монетки собрали. Ну, неплохо. О, давай, 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 едь сюда. Есть, готов. Так, и вот этот чувак. Кстати, я хочу своему жнецу купить красную. Ну, это костюмчик такой, да? Как? Не костюм, а ну как сказать? Покраску, да. Правильно. Покраску красного цвета. Но она стоит, кажется, 2000. А у нас только 1300. Да вообще деньги нужны здесь, чтобы улучшать. Мне кажется, титана надо улучшить. Но тоже нужны деньги, там 700, кажется, монет. А, стоит кучу денег, да. Поэтому крушителям луны нужно играть. Либо играть еще, вообще можно много денег заработать, ребят, когда играешь против боссов. Но игра против боссов стоит 2 кристалла. А я кристаллы собираю. Мне кристаллы нужны. Я хочу открыть новый танк под названием Скорпион. Вот. То там нужны кристаллы. Ну и как бы ладно, что там 2 кристалла. Главное каждый день утром, каждый день заходить в игру, чтобы каждый день дают по кристаллику. Ну там если ты часто заходишь, то дают больше. Но у меня почему-то так получается, ребята, что я играю через день. И, к сожалению, не могу эти кристаллы накопить. Все, нет у меня привычки. Мне нужно напоминание сделать, чтобы каждый день заходить и кристаллы эти получать. Ну все, смотри, сейчас если я подъеду к этому чуваку, он меня просто-напросто уничтожит. Давайте отъедем немножко назад, и он начнет ехать вперед. Подождем сейчас. А, ну, как бы есть шанс, что он переедет этот холм. А нет, нет, не смог. Видимо... Не получается у него что-то там. На! Давай быстрее, умирай. О, лазерный. Ну все, они, эти лазеры меня уничтожили. Как-то так. Не удержался я, ребята. Я посмотрел рекламу. Чтоб дали мне еще возможность немножечко поиграть. Так, заберем монеты. Здесь видишь, очень много танков. По идее, если мы их все будем уничтожать, то нам и монет будет больше давать. Быстрее как бы можно заработать монетки. Ну и как бы существует опасность того, что ты... что тебя уничтожат. Так, давайте ремкомплект свой используем. Ох-ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Так, 3 бомбочки ему не хватает, представляешь? Вот когда мы
разовьем танк полностью, максимально. Там, мне кажется, с одной ракеты танки вражеские будут уничтожаться. А так приходится всю обойму на них тратить. Так, вот, смотри, танки. На, получай. Еще. О, два танка перевернулось, представляешь? По идее, они должны стрелять. Если вот близко к ним подойдешь, они типа должны сами себя уничтожать. Ох, нифига! Сколько танков-то тут. Блин. Надо немножечко назад отходить. На, получайте. Гады. Ух ты. Даже мы их всех уничтожили, это хорошо. Ну что, там лежали, ребята, монеты. Сейчас пойдем посмотрим, сколько монеток мы там соберем. 5 монет обычно кладут. Мало. Ух ты! Еще монетки, еще куча танков будет. Ёлки-палки. Да. Так, есть. Готов. Один. Да, ракеток мало у меня. Ракеток мало, здесь надо будет стоять, не знаю. Как бы смысла идти назад нету. Мимо, прикинь, как обидно. Так, мы сейчас подойдем, попробуем. Нет, мимо. Готово, вот теперь попали. Да, далеко мы не прошли, опять у нас жизнь на волоске. Жизни мало. Но сейчас попробуем, хотя бы эти монетки соберем. О, танк вонючка стоит, смотри, а. Да ё-моё, хватит меня стрелять, Алёшки. Подъезжай сюда, давай. Ох, еще лазерные танки пошли. Да где вы там стояли, прятались-то, алё? Сейчас меня уничтожат спокойно. Ой, один выстрел, да, все, я отлетел. Давайте посмотрим, сколько монеток еще заработали мы. 765 монет. Это очень хорошо.